Всем привет! Сегодня после работы я зашла в магазин по рукоделию и купила себе такие классные ниточки. Такая этикетка. Буду вязать из этих ниток красивый бактус. Состав этих ниточек 80% акрила, 20% шерсти. Вот такой красивый голубой цвет. Производитель рекомендует вязать спицами номер 4 и крючком номер 4. Из этих ниток я буду вязать красивый бактус. Буду вязать красивым узором, крючком. Подписывайтесь на мой канал. Будем вязать вместе. Красивый бактус, шаль, платок. Обязательно ставьте лайк этому видео. Для развития канала. Подписывайтесь на канал. До новых встреч!